ночь мы в районе рыбоходного канала идем, мотоциклы гоним, мотоциклов, блин, не соврать, штук 40, 40-50 мотоциклов есть. Короче, мы гоним, и рыбохрана на Пегасе тоже рядом гонит их еще. В сторону рыбоходом канала гоним, в сторону этого, где вот этот Малый Домбинский есть, в ту сторону, короче, гоним. В сторону Малого Домбинского ерика гоним их. Это напротив, где вот мы раньше матера базировались раньше. Где раньше наши матера базировались, где вот этот Шман-Узек, есть Шман-Узек, в ту сторону гоним. Шман-Узек, где? Напротив этого, где мы раньше матера стояли на Малой Дамбе, помните? Ерик есть. Да. Ну вот, вот, вот они сейчас идут в ту сторону, к каналу, то есть с моря, оттуда могут выйти примерно. Тут чуть-чуть приостал. Ну, понял, понял. Ага. Что там такое? Тропик, я салон. Тропик, я салон. Тропик, я салон. Время 14 больших, 50 малых. 14 больших, 50 малых. Шапка 46-54, 46-54, добро, 51-33, 51-33, барма. 46-54, 46-54, добро, 51-33, 51-33, барма. Наблюдаем, мотоциклы, около 40 штук мотоциклов. Преследуем их, уходит в сторону камыша, направление Малого Домбинского ерика, барма. Да, 40 штук, убегает в сторону Малого Домбинского ерика. Барма? Район Малого Домбинского ерика убегает. Передай информацию Атравовскому департаменту, передайте. В районе рыбоходом канала сейчас мы гоним их, преследуем. Да, они вот сейчас половину уходят на Малый Домбинский, половину в этот в рыбоходный канал заходят. То есть они со стороны Еркинколыси выйдут на половина. Передал я. Передал я. Давай, передавай.